Винницком округе готовится к открытию первый частный детский сад. Первую группу малышей планируют принять уже в апреле. А пока учреждение посетила комиссия окружной администрации, чтобы оценить возможности будущего детского сада. Трехэтажное здание в тихом и спокойном районе Старый аэропорт. Здесь, недалеко от Качгартинской курии и леса, будет располагаться первый частный детский сад. У нас был уже опыт такой работы. Была не частный детский сад, была группа дневного пребывания со всеми разрешениями, с разрешениями СЭС по надзорам. Вот. Поэтому вот такая идея у нас была, она как бы родилась давно уже. На реализацию мечты ушло всего 2 года. На собственные средства приобрели участок и построили дом. Не обошлось и без помощи округа. В конкурсе грантов для некоммерческих организаций частное предприятие выиграло 1,5 миллиона рублей. 445 тысяч – это обустройство детской площадки. Они закупили все материалы. Сейчас они идут зимникам. И оборудование игровое. Это, значит, кроватки, мебель, игрушки специальные и пособия, которые необходимы. Детский сад рассчитан на 2 группы по 10 и 15 человек. Для каждой предусмотрена игровая комната, санузел, спальня. Еду будут готовить в отдельном хозяйственном блоке. Учредители уже нашли детского повара, медицинского работника и нянечку. Осталось найти 2 воспитателей. Они уже готовят программы для развития детей в соответствии с федеральными стандартами. Департамент готов оказать любую помощь, естественно, если необходимо. Ну и дальше нужно будет, конечно же, пройти это, получить разрешение Роспотребнадзора, главного санитарного врача и Пожнадзор. Управление образования округа надеется, частный детский сад разгрузит очередь для малышей от 1,5 до 3 лет. Сегодня очередь в Наринмаре по этой возрастной категории составляет более 480 человек. Также этот опыт может стать первым шагом для тех, кто мечтает открыть частный детский сад. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, телеканал 7.